Здравствуйте, друзья! В эфире выездной выпуск программы «Актуальное интервью». Сегодня мы приехали в Центральную городскую библиотеку имени Льва Николаевича Толстого накануне ее 120-летия. Находимся в помещении, в которое пускают далеко не каждого. Здесь хранятся редчайшие экземпляры книг, в том числе датируемые XIX веком. О фонде редкой книги библиотеки имени Толстого сегодня поговорим с заведующей сектором хранения основного фонда Викторией Анатольевной Бурбенко. Виктория Анатольевна, сколько всего на сегодняшний день экземпляров редких книг хранится в фондах нашей библиотеки имени Толстого? На сегодняшний день в нашем фонде хранятся редкие книги, где-то примерно в количестве 1350 книг, чуть больше, чуть меньше. Книги имеют различный видовой состав, и общественно-политическая литература, естественно, научная, художественная, книги по искусству, по литературоведению. Очень интересные книги, и их достаточно много по краеведению. Также у нас есть коллекция севастопольских поэтов. Что необходимо для того, чтобы книгу могли официально признать уникальной и по-настоящему редкой? Только ли возраст здесь имеет значение? То есть, если книга, допустим, более 100 лет, она автоматически считается редкой, уникальной, исключительной? Или есть какие-то другие критерии? В принципе, да, правильно. Но основной критерий – это книга, редкая книга считается та, которая издана до 1950 года. Но бывают и исключения. Редкая книга может быть издана и в наше время, и где-то вот после 50-го года. Главное, чтобы она несла историческую и культурную ценность. Вы сказали о том, что у вас в вашем фонде редких книг хранятся книги самой разной тематической направленности. А наиболее ценные экземпляры, давайте поговорим о них. Наиболее ценные, во-первых, я хочу сказать, самая старая книга у нас – это год 1846 французского автора Жена Сю. У нас трехтомник его романа. Дальше у нас есть книги и 1872 года, и 1890 года, и уже начало 20 века, как история человечества 1900 года. Также у нас есть и прижизненные издания наших русских классиков, и Толстого, и Чехова, и Некрасова, и Григоровича. У нас много, много у нас книг, которые вот очень ценные. Когда в библиотеке имени Толстого появился фонд редкой книги, с каких пор стали особое внимание уделять таким ценным экземплярам, когда их собрали воедино? Где-то лет 20 назад. Лет 20 назад мы потихоньку собирали из нашего фонда книгохранения, из филиалов, дарили нам жители города, предприятия нам дарили. И вот так потихоньку мы выявили их, собрали, стали изучать эти книги, работать над ними, создавать коллекции. Да, где-то лет 20 назад мы стали этим уже серьезно заниматься. Жители, насколько часто они обращаются к вам с просьбой забрать из их личных библиотек вот такие уникальные экземпляры? Я так понимаю, что все-таки основной источник пополнения фонда редкой книги – это… Дар. Да, дарите. Дар. Вы принимаете, да, в дар книги от жителей города. Да, вы города. Правы. Ну, я хочу сказать, что, вы знаете, довольно часто. Вот в год где-то мы оформляем 2-3 партии. Это, ну, примерно вот партия у нас, допустим, 10-15 книг. В год, это 30 книг. Это достаточно много, достаточно много. Хочется, почему нам дарят? Много людей умирает. Наследники освобождают квартиры, смотрят библиотеку и видят, что есть более-менее такие старые книги. Они так еще не понимают, что они несут какую-то культурную ценность. Они все нам приносят в библиотеку. Мы это все разбираем, смотрим, выявляем и находим. И потом мы сдаем в отдел комплектования, оформляем эти книги, и они поступают в фонд редкой книги. Вы сказали, что предприятия также передавали в дар вам свои книжные фонды. Как это происходило? Вот
Севастопольстрой нам передавал еще где-то лет 15 назад юбилейное издание Льва Николаевича Толстого. У нас оно было, но были не все тома. Где-то они нам передали томов 15. И наша вот коллекция пополнилась, именно пополнилось полное собрание сочинений, юбилейное издание вот этими томами. Также жители города дарят, можно вот рассказать об истории дарения? Конечно, интересные, наиболее интересные, да, яркие, да, случаи, которые связаны вот с дарением. У нас пополнился фонд в 17 году 8 томами книг «История человечества». Подарила нам жительница Севастополя эти книги, рассказала такую историю, что ее брат участвовал в штурме Сапун-горы, освобождение Севастополя. И когда уже бойцы отдыхали на Приморском бульваре, то в груди развалин он нашел эти книги. И, естественно, как память о войне, он их хранил у себя дома. Но после его смерти его сестра передала нам эти книги. Они очень ценные, очень ценные. Они очень интересные. Читатели ими интересуются. Ну и мы их изучаем. Они достаточно там, история человечества от начала, так сказать, зарождения и почти до наших дней, до 20-го вот века, до начала 20 века. Состояние тех книг, которые хранятся в вашем фонде, фонде редких книжных изданий, можно назвать удовлетворительным? Да, безусловно. В основном большая часть этих книг находится в удовлетворительном состоянии, а некоторые даже в хорошем состоянии для того года издания, как они изданы, допустим, 1872 год, то произведение «Томик Некрасова» в шикарном состоянии, в издательской обложке, не тронуто, так сказать. Да, в основном книги у нас в хорошем состоянии. Есть, конечно, немного с дефектами, но нужен реставратор. Мы не имеем права сами заклеивать ни скотчем, ничем. Пусть лучше она будет, пусть будет оторвана обложечка, оторван корешочек, пусть так и будет. Лучше не трогать. Но для того, чтобы состояние не становилось хуже, для этого необходимо поддерживать особую атмосферу в том помещении, где хранятся книги. Как она поддерживается? Ну, во-первых, мы проветриваем помещение, обеспыливанием. У нас есть специальный температурный режим. В основном наше это помещение сухое, и книги хранятся в очень хорошем таком состоянии. Когда к нам из Москвы приезжали проверяющие, они сказали, что да, плесени у вас нету, и книги в хорошем состоянии. Они это отметили, и мы этому очень рады, что мы сумели сохранить этот фонд и продолжаем сохранять в хорошем состоянии. Каждый ли читатель может воспользоваться такими редкими книгами? Если просто обычный человек заинтересуется, захочет полистать книгу из такого фонда, вы можете ему предоставить такую возможность? Конечно, мы можем предоставить такую возможность. Мы не имеем права отказывать, потому что мы массовая библиотека, и каждый читатель может ознакомиться с этой редкой книгой. Но для этого ему надо одеть перчатки. И в присутствии библиотекаря он может сидеть за столом и смотреть. Только смотреть. Посмотрел и все. А для работы. Да, если человеку необходима такая книга для работы, да, для научного исследования, для какого-то серьезного труда. Это мы выдаем все с разрешением директора. Обязательно он обращается к директору библиотеки, говорит, для чего ему это надо, для каких-то изысканий, для работ, для рефератов. И, как правило, получает. Мы никому не отказываем, получает разрешение и сидит в читальном зале и занимается. Каким еще образом читать? Читатели могут ознакомиться с книжными изданиями из фонда редких книг. Ну, во-первых, наши книги не стоят мертвым грузом. Они у нас все время выставляются в читальном зале, у нас специальные витрины. Эти книги мы выставляем к знаменательным датам, к каким-то юбилеям, к праздникам. Также мы выезжаем в Херсонес, показываем наши редкие книги ко дню славянской письменности и культуры, ко дню города, на Библионочи мы выставляем эти наши книги, и читатели с ними знакомятся. Так что они могут познакомиться. У нас вот сейчас есть кабинет Толстого на абонементе, там тоже витрины, и читатели также, там выставлены редкие книги, они могут с ними познакомиться.
То знаете, когда я прикасаюсь к какой-нибудь редкой и очень старой книге, я испытываю очень трепетные чувства, потому что ты прикасаешься к истории, и ты начинаешь думать о том, что эту книгу читало не одно поколение людей, которых уже нет. Вы, как хранитель такого фонда, какие чувства испытываете, когда заходите в это хранилище и когда имеете возможность полистать эти уникальные издания? Вы знаете, точно такие же, потому что вот берешь эту книгу и думаешь, это же ее тоже кто-то листал, и вот так читаешь. И вы знаете, очень много узнаешь. Казалось бы, вроде современные книги, есть переиздания этих книг. Но вот все равно вот запах страниц, вот эта желтизна, вот эти все пятна такие вот исторические, с той вот истории. Вот это все, конечно, волнует. И даже вот берешь книгу, и на ней очень много штампов. И вот по этим штампам можно проследить, где это раньше была книга и как она к нам попала. Допустим, там штамп морской библиотеки или морского Севастопольского собрания. Потом каким-то образом она оказалась в какой-то библиотеке какой-то организации, стоит этот штамп, допустим, промстрой севастопольский. Потом эта книга, вот уже штампик стоит в центральной библиотеке. И вот это тоже проследить путь книги, это очень интересно. У каждой книги, так же, как и у человека, своя судьба. Но так устроено, что книги живут гораздо дольше, чем люди. У вас есть еще уникальный экземпляр, книга, которая побывала в космосе. Давайте поговорим об этом. Да. Эта книга издана в 1982 году, как бы к этим стандартам до 50-го года она не подходит, но она считается редкой книгой, это раритет. Она побывала в космосе в год столетия со дня смерти Льва Николаевича Толстого. Представители Роскосмоса решили как-то отметить эту дату. Выбрали именно севастопольские рассказы, так как Лев Николаевич Толстой был в Севастополе, был участником обороны Севастополя, то делегация приехала к нам в город, обратилась к администрации с просьбой предоставить книгу. Мы предоставили, и она вот так полетела в космос и возвратилась уже с двумя печатями. Это была международная космическая экспедиция, стоит печать НАСА и печать МКС. Мы это потом можем посмотреть. Она на выставке, эта книга стоит. Центральная городская библиотека имени Льва Толстого готовится к 120-летию. Основные торжества пройдут 22 апреля в честь юбилея, где еще в течение этого года читатели смогут увидеть редкие экземпляры книг. Ну, во-первых, на абонементе оформлен кабинет Толстого, Льва Николаевича Толстого. И там выставлены его прижизненные издания и посмертные издания. Вот это одна площадка. В читальном зале, в витринах тоже будут выставлены редкие книги, и читатели могут это все посмотреть и увидеть. Виктория Анатольевна, я поздравляю библиотеку имени Толстого, преданным работником, который вы являетесь в течение многих лет, с наступающим юбилеем. Спасибо вам огромное за интересную беседу, процветание, и благодарных севастопольских читателей желаем мы. Спасибо. Сегодня нашей главной библиотеке. Спасибо.